Отличительными особенностями данных подделок является то, что на них имитировано большинство общеизвестных средств защиты, которые могут контролироваться прежде всего визуально. Также фальшивомонетчики имитируют часть машиночитаемых признаков, которые контролируются уже посредством специальных приборов и оборудования. Несмотря на высокое качество подделки, отличить ее возможно. Прежде всего, следует обращать внимание на микроперфорацию, которая расположена под гербом города Хабаровска. Тактильно, то есть на ощупь, данная микроперфорация воспринимается шероховатой. Также отличительной особенностью подделки является отсутствие так называемого кип-эффекта, скрытого изображения, расположенного в орнаментальной полосе в виде двух заглавных букв РР, российский рубль, отличительной особенностью которого является то, что эти буквы можно увидеть только под очень острым углом, при этом, если банкноту вращать в этой же плоскости, мы либо увидим темные буквы на светлом фоне, либо светлые на темном.